Что это значит? Ну, как вам сказать, вообще человек не должен себя определять как еврея, русского, итальянца, испанца и так далее. То есть, в общем, он должен себя до известной степени определять, но это за него государство часто делает, или язык. Человек должен себя начать с того, прежде всего, он должен определить себя так, более-менее в таких, более-менее конкретных категориях. Он должен спросить себя, кто я? Трус или более-менее не трус, да? Там, скажем, я добрый человек или я жадный человек, да, там, скажем, я честен с бабами, допустим, да, или я не очень, да, вот эти дела. То есть он сначала на эти вопросы должен себе внятно ответить, да. И только потом он должен себя начинать определять в категориях там, национальности, культуры, географии, философии, религии и так далее. Потому что все эти большие дела, они очень тебе сильно замутняют, да. И ты думаешь, значит, вот если ты читал этого самого, я не знаю, там, Гегеля или Бердяева, я не знаю, ты уже хорош. Я не знаю, кто я. Я знаю более-менее, что я, в общем, не самый замечательный человек, да, то есть я знаю, например, что там, скажем, я знаю, что я натворил в этой жизни, да, я знаю, кому я сделал, там, скажем, причинил зло, да. И простить более или менее там, ну, конечно, я себя прощаю, но, в общем, в конечном счете, простить себе этого не могу, да, и так далее. Да. И это для меня важнее, чем я русский, или я еврей, или я вместе, да. То есть не то, что я хочу сказать, что Бог – это совесть, совершенно не в этом дело, да. Ну, просто я более-менее знаю, что я такое, да. И мне неохота, в общем, определять себя в более абстрактных категориях, да. То есть в более расплывчатых категориях, да. То есть, в общем, человек должен к себе быть требователен, я считаю, да, более-менее, если он может, да. А так и не прятаться там, скажем, за или в, скажем, концепцию философии. Человек не то, не сумма того, во что он верит, на что он уповает, не сумма своих убеждений. Человек сумма своих поступков.